Мы продолжаем необыкновенный концерт. И у нас в гостях братья Калуцких, Кирилл и Даниил. Пожалуй, самые загадочные участники проекта «Минута славы», так как никто не знает точно, как их зовут, сколько им лет, откуда они приехали. Но то, что действительно правда, эти парни по-настоящему уникальны и талантливы. И сегодня Кириллу и Даниилу будет помогать сам Владимир Турчинский! Старинный цирковой номер. Они думают, что у них получится. Нет, не получается. Маловато будет. Ну-ка, помощь подбежала. Спокойно, спокойно. Раз, два, три! Стоп! Ничего у вас, ребята, не получится. У них не получилось. Владимир Турчинский! Конечно, видел. Это же самая любимая моя передача. Реально талантливые, веселые, нескучные люди, которые собрались в одном месте и как начали зажигать по полной программе. И вся страна встала на уши. Как вам было выступать с Владимиром Турчинским? Он считается самым сильным человеком России. Уникальный человек, конечно. А в зале выступать было очень приятно. Зал очень тепло встречал и очень хорошо аплодировал. Вы сами за кого болеете? Вы знаете, я действительно болею за братьев Калуцких, потому что я знаю давно, они действительно замечательные мальчишки. Вот от всей души желаю им победы. И если не они победят, то вообще нафиг это все нужно. А
Как вы оцениваете их способности? Потрясающе. Это ребята, которые работают... Действительно можно этому научиться? Вы знаете, научиться – это как быстрота, качество врожденное, которое развить можно, но приобрести нельзя. Они талантливые, они талантливые. Мало того, что они красивые, они еще и талантливые. Поздравляю, уважуха, молодцы.